Продолжаем наше мероприятие, и я с удовольствием хотел бы предоставить слово Галине Васильевне Комаровой, Российская коммунистическая рабочая партия. У нас сегодня не так много выступающих женщин, и тем не менее это очень приятно. Товарищи, февральская буржуазная революция отличалась от всех прочих буржуазных революций тем, что она единственная в истории была революцией, которую возглавил рабочий класс. Рабочий класс России шел по неизведанному пути в этом плане. Вот здесь висит лозунг: «Ни царей, ни президентов». Да, это верно. И верно то, что революция февраля явилась прологом к революции октябрьской. Существует такой старый фильм, трилогия о Максиме, где есть эпизод. Не очень грамотный политический рабочий, друг Максима, рассказывает свои сны. Первый сон у него был про неразменный рубль. Значит, а второй про то, как он пришел в царский дворец, и там на троне сидит Максимка и говорит ему: «Жил ты, Дема, свинья свиньей, а теперь проси, чего хочешь». «Так что, отвечаю я ему, — говорит Дема, — твое величество, Максимка, жить хочу по-человечески». А Максимка мне отвечает: «Ну и живи». В этом как бы провидение этого неграмотного рабочего изображено. О том, что неразменный рубль – это плановая социалистическая экономика, а его друг, более грамотный, более справедливый Максим на троне – это диктатура пролетариата, осуществляемая через советы рабочих, солдатских, крестьянских, но и казачьих депутатов. Товарищи, самое главное завоевание февральской революции, и тем она отличалась от других революций, что она помогла рабочим ощутить свою силу и быть готовыми к новым боям Великой Октябрьской социалистической революции и позже гражданской войны. Спасибо, товарищи! Спасибо большое, Галина Васильевна.